Привет, друзья! Военно-транспортная авиация России прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых транспортных самолетов Ан-22 «Антей». С 2024 года эксплуатация самолетов Ан-22 прекратится. Об этом сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Генерал-лейтенант уточнил, что всего за время существования проекта было выпущено 67 самолетов Ан-22. Часть из них находится на Украине. По словам Бенедиктова, сейчас 12-я дивизия военно-транспортной авиации использует самый большой в мире серийно производимый самолет Ан-124 «Руслан». Первый полет Ан-22 выполнен в 1965 году. Производился он на Ташкентском авиазаводе. В 1976 году турбовинтовые двигатели стали считаться устаревшими, и самолеты перестали выпускать. Вместо них стали производить турбореактивный военно-транспортный самолет Ил-76. Ан-22 имеет массу 114 тысяч килограмм и способен перевозить до 60 тонн груза на дальность до 5250 километров, развивая крейсерскую скорость до 560 километров в час и максимальную до 760 километров в час при высоте полета до 9000 метров. Практическая дальность полета Ан-22 до 10950 километров. Экипаж самолета до 7 человек. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.